Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Dark Twins, а мы продолжаем играть в игру Horizon Zero Dawn. Ну что же, мы нашли вождя племени, которые попали в засаду. И вместе с ней мы напоролись, получается, ну как напоролись, она нам показала на вот этот лагерь. Лагерь, наполненный зараженными роботами и огнежаром. То есть они здесь готовят огненные бомбы какие-то. И вот мы при помощи них сможем, наверное, их победить. Так, что здесь такое? Давайте просканируем. Вот они, люди. Так, пометить цель. Все, сейчас пометим. Попробую, друзья, пройти по стелсу. Так, округаетесь. Емкость с огнежаром. Так, еще кого мне отметили. Ух ты, как их тут много. Они смогли подчинить себе роботов все-таки. Ага, так, вроде отметил всех, да? Вроде отметил всех. Теперь найдем путь, как туда пробраться к ним вниз. Скоро мне это понадобится. Так, я думал, здесь есть какой-то маленькое животное. Скоро тебе это понадобится, ты совершенно права. Пока здесь есть красненькие. Ух ты, а почему я не могу? Кстати, изготовить вместимость для подсумков. Ага, металлический сосуд мне не хватает. А для охотничьего лука могу. Есть. Больше не могу. А для нити мета тоже не могу. Сколько мне теперь? 40, да, могу сделать? Угу. Отлично. Вот они, огненные стрелы. Так, прикрываемся пока. Сейчас потихоньку спустимся. Так, давайте в эти кустики зайдем, посидим. Так, если ему в башку садану, интересно, будет чем-нибудь, нет? Как назло, и тот урод идет сюда. Так. Не, я подожду. Не хочу напороться сразу на двоих. Угу. Этот уходит вниз. Ладно, все равно врасплох застал. Пойдем вниз. Аккуратненько. Проберемся-то в эту сторону. Так, роботы ходят внизу и там ходят. А чё его не отметил? Это помечен. Тише, тише, тише. То и что напали на него. Ага, как же, держи карман шире. Тьма позвала его. Так, мне нужны
Сосуды, которые... Не. Мы, пожалуй, пойдем с той стороны обойдем. Как вы считаете? Я вот тоже считаю, что лучше, наверное... Сам себя с ума свожу. Можно обойти с этой стороны. Странно, увидели труп и даже не подняли тревогу. Это очень странно. Сейчас он будет подходить, мы его здесь и замочим. Иначе, если все это стадо на меня загрится, мой мне не поздоровится. Молча, скрытненько и аккуратненько этим займемся. Так, они там ходят. Иди посмотри, что тут такого. Что за... На, тварь. А там мне придется что-то оставить. Так, я все-таки могу стелсом, наверное, проходить. Потихонечку, полегонечку. Сейчас мы уберем. Так, сюда я зря зашел, да? Тоже так считаю. То, что я это пройду, даже не сомневаюсь. Но вот хочется пройти прям все... Тихенько и четенько, не торопясь, чтобы показать красоту всю, а не тупо то, что здесь проходится нажатием одной кнопки. Думаю, на более высокой... Ух ты, сложности. Давайте его отобразить путь. Мы теперь знаем его путь, как он ходит. И мы теперь можем вот такую штучку сделать. Смотрите, хоп. Хоп. И отойдем сейчас на безопасное расстояние. Вот сюда, наверное, да? Да, здесь довольно безопасно. Сейчас он подойдет и подорвется. Услышат ли это остальные? Или нет? Остается загадкой, но... Ага. Вот это зря я сделал, да? Берем, пока есть. Так. Воу, наши начали войну, что ли? Вы серьезно? Вау-вау-вау, это ж... Не мои дурачки. На, тварь. А они что, блин, сильнее обычных, не пойму, роботов? Так, что это? Бочки, интересно, вот эти взрываются или что? Нет. Сейчас ты узнаешь, что такое бой.
А ты не узнаешь, думаешь? Вау! Фига они вообще разлетаются на куски. Ага, чуваки залетные. Бах! Нет? Тварь! Ты ж не вертись! На! Так, а здесь я стрелял почему-то... Так, это мои бегают, да? Дядьки. Так, они кого-то здесь загасили. Ну, друзья. Не совсем получилось все пройти. По стелсу? Ну... Недурно. Так, коробка с ресурсами. Сейчас я тебе подойду, не бойся. А тебе я не забуду. Так. Что еще здесь у нас есть? Что посмотреть? Вижу, что есть. Сейчас я все заберу, соберу. Ну что, в целом... Обошлось все вроде... Без сильных потерь. Мы еще даже очень сильно в плюс ушли. Так. Сканируем. Ничего не находим. Но. Это не все убийцы. Да ладно. Точно было больше, я их считала. Ну ничего. Я готова гнаться за ними хоть до предела копья. И дальше. Слушайте, вы ранены. Мои раны не твоя забота. Я понимаю вашу решимость, но вам нужен отдых. Она права, вождь. Дай ранам время зажить. Варл, что ты здесь делаешь? Я приказала тебе остаться и защищать врата. Я и защищал, пока туда не прибыл гонец и не рассказал о встрече с Элой. И о том, где ты. Врата под надежной охраной. Я должен быть здесь. С тобой. Я хочу отомстить. Это мое право. Я пока осмотрюсь здесь. Может, пойму, куда пошли остальные убийцы. Мне все равно. Меня никто не слушает. Мама. Так, ну шарахнули мы хорошо, конечно. Блин. Кашель одолел. Так. Осмотрите место раскопок. Вижу. А то я уже пошел не в ту степь. А, ну видите метку прицела. На следы нажмите R1. Так, и что? Ага. Здесь есть следы. Ну, чего ты показываешь мне сюда? Угу. Командиры, за минувший месяц из-за взрывов огнежара погиб десяток бойцов. Поэтому в Железном кольце я распорядился поместить все запасы огнежара в крытое хранилище. Защищенные от искры молний. А его здесь нет. А также приставил к нему охрану. Или примите аналогичные меры, или ответите за последствия. Начальник снабжения Фиран. Хранилище с огнежаром прямо внутри лагеря. Взорвем, и мы победили. Так.
Отлично. Кое-что узнала. Остальные убийцы разбили лагерь в Железном кольце. Вы знаете, что это? Чтоб их. Железное кольцо в руинах злости беса. Это запретная земля. Я вернусь к матриархам. Попрошу разрешения. На это нет времени. Закрой своих, надо пролить кровь врагов. Если земля проклята, наша месть вернет ей святость. Богохульник. Прошу тебя, наруж запрет. Злость беса — проклятое место. Но, может, метка искателя нас защитит. Отправлю разведчиков. Мы соберемся возле утеса над Красным Эхом. Оттуда и пойдем в атаку. Хороший план. До встречи. Так, по следам вождя. Отлично, мы, значит, сколько идти? 804 шага. Мы отсюда выбираемся, друзья. Так, задание. Месть Нора, да? А это что? Искатель у врат. А, венце матери. Давайте до сюда пока ближе, мы сюда сходим. Все-таки опыт нам не повредит. И может кабанчик какой-нибудь встретим. Опачки. Какая она ловкая у меня. Это можно хранить. Это можно хранить. Красные цветочки собираю вообще. Как только вижу, сразу беру. Лишними они вообще никогда не оказываются. Так, еще вижу красный цветочек. Так, кто это? Кабан пошел? Кабан ушел от меня. Мне нужны кабаньи косточки. Так, лисица. Так и есть. Варл говорил про лагерь бандитов среди руин. Должно быть, он там. Чертов кабан. Нужно быть начеку. Да. А, блин. Возьмем все, но этого мне было не нужно. Делаю запасы. Конечно, запасы нам пригодятся, как нас здесь бывает мучают. Но в целом, получается, если грамотно всем обходиться, все это грамотно использовать, все взрывчатки, ловушки... Кабан, сука, стой. Да, что-то в нем хорошее лежит. А, ресурс. Так, кость кабана. Отлично, сочное мясо. Возьму все. Изготовление. Так, для чего мне нужно было? Вместимость вот для ресурсов, по-моему. Кость кабана. Она у меня одна, да? Ага. Так, кость кролика, шкура кабана, 0. Так, мне, значит, вот для этого я собирался сделать. Все у меня есть, не хватает кости кабана. Хорошо, будем знать. Будем знать. И классно то, что вещи подсвечиваются разным цветом. Это значит, у них, скорее всего, разная ценность. Мяса наберем зато много. Вижу еще кабанчика. Блин, как классно сделан лес. Такая березовая рощица.
Есть. Так, кость кабана. Есть. Есть, друзья, все. Оп. Вместимость. Делаем. Все. А, шкура кабана. Так. Нет, у нас шкура кабана, металлические осколки. Ну а что, зато во всем остальном у нас все вроде бы на месте. Запас карман не тянет. Конечно, не тянет. Так, нам идти сюда. Как лес классно меняется. Вот были березки, стали елочки. И под елочками меньше травы, нежели под березками. Сучок. Убежал. Ладно, беги-беги. Маленький. Так, костер это... Нет, эти цветочки мне уже порядком... Здесь мы сохранимся и продолжим путь. Что здесь такое? Ага, цветочек в камне. Торчит. Но мы красненькие собираем. Ух ты, не туда. Еще красненькие цветочки. Так, не понял, мы возвращаемся куда-то или что? Ты куда ты плывешь? Не плыви. Нормально справились. Просто интересно, сколько я крестиков смогу набрать. Тише, тише, вы так не ругайтесь. Я вашего надзирателя немножко это... подбомбил. Убил. Так. Все, наверное, больше мне не собирается. Три плюсика, да, значит? Вот еще красный цветочек. Попробуем. А, все, да. Три плюсика. Может, у машины есть проблемы? Но где она? Есть. Отлично. Вот что значит. Аккуратненько и бесшумно биться. И все, и вырезали их потихонечку. Отлично. Отлично. Вообще сработали. Красиво. Теперь можно подниматься вообще без... Ага, вот. Вот они. Подъемы вижу. Паркурщица моя рыжая. Давай. Вы что, прикалываетесь, что ли? Туда еще забраться так надо. Давай-ка. А, это спуск. Такой спуск. Ой, ух ты. Есть. О, прям холодную воду. Да. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, давай-давай-давай-давай. Фу ты, блин, нифига себе, меня начало сносить. Думаю, сейчас как унесет водопадом. И все, никуда не попаду.
Так, костер нам не помешает. Новый город. Сейчас дождь польет. Венец матери. Венец матери. Прямо военный лагерь. Ну, есть еще... Наверное, о, сколько второстепенных там задач сразу высветилось красных. Но... Ой, красных, зеленых. А мы... Я сама. Отлично, сохраняемся и разжигаем костры. А вот и она. Она теперь искатель. Иди к... Девушка с меткой искателя. Стражи тебя ожидали. Ты Морея? Можешь указать путь к Меридиану? К столице Карха? Она к западу отсюда. Но их воины остановят тебя задолго до нее. Пусть попробуют. Я не о том. Тебе нужно пройти через перевал, и там стоит форт Карха. Говорят, Карха закрыли границу, чтобы не пустить к себе зараженные машины. Если я перебью больные машины, границу откроют? Возможно. Но я не пошлю с тобой воинов. А зачем они мне? А ты справишься? Сама, в одиночку. А ты? Я хорошо стреляю. Надеюсь, что настолько хорошо. А. Так форт к западу отсюда, а за ним Меридиан? Да, форт рядом с брошенной деревней. Он зовется Солнечной башней. А что за деревня? Ее название уже никому не важно. Я там родилась. Что там случилось? Война. Очередной красный набег Карха. Мне тогда было 15, я убежала. Другим не так повезло. Племя Нора отступило сюда, к венцу матери. А долину оставили им. Даже сейчас, после войны, долина служит для Нора рубежом между нами и Домом Солнца. Так. Венец матери на границе священной земли. Тут часто бывают чужаки. Да. Не в самом поселении, конечно. Там, в долине. После войны иноземцев стали пускать в долину, и мы можем торговать, если хотим. Это вроде бы уже не чужие владения, но еще не священная земля. Если интересно, загляни в приют охотника. Это горстка жалких лачуг и шатров, но у иноземцев там перевалочный пункт. Наверное, там можно расспросить про Меридиан? Наверное, можно. Ну, поэтому пора. Ладно. Будь осторожна, Элой. Я надеюсь, ты найдешь то, что ищешь. Найти свой нож. Может, пора сделать? Так. Зачисти зараженные зоны. Так, есть первая зона и вторая зона. Первая зона очень близка, поэтому... А, можно мгновенно вернуться. Я обещала Варлу и Соне прийти к Красному Эху. Да нам 200 метров, тем более поэтому миру интересно. Откройте так. Вот костры. А здесь не было костров у меня. Так, зачистим мы, наверное, потом, а вот месть Нора, это, здесь сколько тут опыта, 6000 опыта, не, все-таки мы, наверное, сделаем искателю врат. Я понял, что на костер нажимаешь и сможешь переместиться. Так, что это у нас здесь? Ага, вот машина ходит. Зараженная. Так, надо исследовать. Оп.
Так, их 3 штучки, да? Да. А нет, еще? Вы что, блин, издеваетесь еще? Зараза окутывает эти машины, как облако дыма. Нужно их уничтожить. Надо уничтожать. Так, сейчас подойдет к нам кто-нибудь, и мы его быстренько укокошим. Минус раз. Главное выждать. Так, эта машина будет следующей. Тише. Ах ты мразь. Все, есть. Есть. Зачистить зараженную зону. И меня, конечно, они... Скверно это. Получить доступ к навыкам. Это подожди. Отрава. Она как будто пожирает металл. Может, из-за этого машины сходит с ума. Может, еще пригодится. Пригодится, конечно. Так. И где-то здесь вот ниже я еще укокошил одного. Супер. С одним мы справились. Это я приберегу. Как? Раз будем биться против... Так, это... Эти незараженные, пускай они так и ходят. Так. Новое охотничье угодье. Раз это охотничье угодье, пускай охотники им пока и занимаются. Мы эти миссии потом проходим. Есть, что я взяла? Шкуру. Угу. Изготовить. Угу. Из этого я ничего не могу, да, изготовить? Шкуру я взял, вот металлических осколков не хватает. Ну ничего. Давай, давай, во! Кабанюка! Фух. Чуть не попался. Так, скрытно убить 10 машин. Вау. Ой, пристали ко мне, блин. Убил, называется, скрытно, да? Ты мразь. Вы чё, прикалываетесь, что ли? Оу!
Да ладно, нифига на них напоролся. Уматываем. Ночью их, либо я так напоролся неудачно. Ночью их реально не кисло так. Порядком. Падальщик. Минус. Так, не хочет брать. Тоже лежать. О, класс. Вообще вид такой классный. Речушка. Да сколько у вас здесь? Роботов просто немерено. Собираем все. Есть в этом нечто такое завораживающее. Все вот это вот дикое и механизмы вот эти всякие роботы. Я готова. Я должна быть готова. Ты что, серьезно, мразь? О! Еще и сдох. Не, против этих надо что-то делать. Не, так я... Вообще, нафиг я на них напоролся? Нафиг я по ним стрелял? Они вообще были от меня там в стороне. Ой, дурак. Ой, дурак. Чумачечи просто. Зачем стрелял? Что они мне плохого сделали? Тусовались бы там себе, да тусовались. Спокойненько, нет? Надо было мне умереть. Так, мне главное сейчас вот такую живность. Вот эта живность для меня сейчас. Очень. И очень важна. Пойдем аккуратненько. По одной стороне больше никого трогать я не буду. Пока что. Так, я нахожусь. Лежать, я сказал. Раз я сказал лежать, значит лежать больше, мразь. Так, это у нас... Уматываем.
Ха-ха-ха-ха! Есть кто? Ты хочешь против меня? На, тварь! На! Так, всех затопчем сейчас. Ух, как я их покоцал. На, тварь! На, вау! Сваливаем. Блин, я так хорошо ими дрался. Ух. Так, они что там друг против друга лупятся, не пойму. Пускай лупятся. Я их друг на дружку загрел. Красавчик. Красавчик, это еще мягко сказано. На виду у всех, одного из них заарканил. Аккуратненько. Так, этот тут что-то пилит. Давай, иди сюда. Тише, тише, тише. Ты чё такой злой? Прямо в очко тебе. И тебе. Вот так вот потихонечку мы с ними и будем справляться. Перехватить управление. То не сейчас это тоже синеньким станет. Все, у вас в рыскаре может быть много чего интересного. Потому что они рыскают, все смотрят. Хотя это не... Это как они? Падальщики, вот. Рыскари, вот они. Тоже много чего хорошего в них есть, и это нам очень нужно. Так, вот они. Ходит один падальщик. И все. Все, он ходит один, да? Ну ладно, мы и с ним сейчас справимся, попробуем. Да он не один.
Опять я нарываюсь, друзья. Опять я нарываюсь. Надеюсь, что они разойдутся как-то, разбредутся. Так, вот их двое. Пускай они сами по себе ходят. А я буду ходить как-нибудь сам по себе. Тем более, что у меня задание есть. Мне нужно загасить красненьких там. Туда мы и отправимся, да? Я туда иду? Совершенно верно, я иду туда. И там есть костер, который мне, кстати, пригодится, чтобы телепортироваться обратно. Так, зараженное место. Все, вот оно. Ха-ха-ха-ха. Блин. Четверо, да, их? Нет. Да. Здесь их четверо. Там было трое, здесь четверо. Но... Блин, они либо мощнее, когда они под этой красной фигней находятся. Брошенная деревня, о которой говорила Марея. Сплошные развалины. И как их гасить? Это кто вообще такие? А, заряженный падальщик, падальщик. Рыскарь. Рыскарь-то можем мы и одним выстрелом загасить, а вот... Вот они, зараженные рыскари. Иди сюда. Фак. Опять меня заразили, у меня жизни капают. Нет, 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 нет. Держись. Вали, 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 вали. Блин, да что такое, а? Давай, ты должен сдохнуть, мудак. Я не могу бежать, блин. Черт, двоих я убил, но я не могу бежать, когда меня они атакуют. Есть. Вау! Ты тварь! На, получи! Остался один. О, двое. Причем двое таких, которые
Нафиг мне не нужны. Эти двое мне сейчас могут здесь навалять, конечно. Воу-воу-воу. Беги, беги, беги. На, тварь. На. Есть. Остался один. На, тварь, на. Ты один остался. Тебе никто не поможет. Ты мой. Отлично. По крайней мере, сколько нужно. Надо поговорить с солдатами в форте Кар. Умничка, 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 умничка. Умничка моя хорошая, умничка. Так, где остальные? Кому я в ухо надавал? А то... Там вроде были бы вкусные какие-то вещи у них, нет? Да. Видимо, я их профукал. Да, вот они валяются или... Подобрал. Прятаться здесь... Ну, вообще-то было где прятаться. Вот в этих кустиках. Вот тут можно было прятаться. Здесь... Ого. Так, доберитесь до пограничного форта Карха. Ну что, друзья, мы основное вот прошли местность. Мне теперь надо месть Норы пройти. Сонной. Пробежаться. Вот такая. Ничего себе, вот это я пробежал здесь, конечно. Далековато. Так, ближайший костер. А, стоимость быстрого перемещения подтвердить. Вот так вот можно быстро переместиться, но это стоит каких-то мешочков. Эти мешочки, скорее всего, крафтятся. А, очистили лагерь, уничтожили два зараженных лагеря роботов, открыли себе путь к племени Карха. За что нам огромное спасибо. Теперь мы сможем двигаться дальше. Но в следующей серии я помогу племени разобраться и, скорее всего, отправимся туда. Получается, на запад по карте, куда я открыл путь. Карха, исследуем новые земли. Ну, как мог, так попроходил по стелсу для вас. Если понравилось, ставьте лайки. Смотрим дальнейшее прохождение игрушки Horizon. Не забывайте заглядывать также в нашу группу ВКонтакте. Ссылочка находится в описании под видео. А с вами были Dark Twins, ребята. Всем спасибо. Всем пока.